В исследованиях по влиянию витаминов группы В на тревожность и депрессию в общей сложности приняло участие примерно 1000 человек. Добавка витамина В6 уменьшала тревожность, о которой сообщали сами пациенты, и индуцировала тенденцию к уменьшению депрессии, а также улучшала восприятие окружающего пространства. Добавка витамина В12 вызывала тенденцию к изменению тревожности и улучшала зрительную обработку. Результаты показывают, что добавки с высокими дозами витамина В6 усиливают подавляющее влияние гамкоргической системы, что согласуется с известной ролью витамина В6 в синтезе гамма-аминомасляной кислоты. Первое известное исследование, в котором предлагалось усиливать нервное торможение у типичных взрослых за счет приема витаминов группы В, было проведено группой участников, потреблявших продукт Marmite. Это экстракт пивных дрожжей, который богат витаминами группы В, или контрольной группой. Им измеряли стационарные зрительные потенциалы коры головного мозга, в то время как участники просматривали визуальные стимулы, предназначенные для активации как возбуждающих, так и тормозных механизмов в зрительной коре. Исследователи обнаружили, что амплитуды колебаний мозговых волн уменьшились после приема добавок, что указывает на увеличение нервного торможения или снижение возбуждения в зрительной коре. Чтобы объяснить это, было указано на хорошо известную роль витамина В6 как кофермента в синтезе тормозного нейротрансмиттера гамма-аминомасляной кислоты из глутамата. Однако нельзя исключать и другие механизмы действия, поскольку Marmite продукт содержит высокие уровни витамина В12 и других витаминов группы В, которые имеют свои собственные потенциальные механизмы действия, а также глутамат и триптофан, которые являются предшественниками серотонина. И кроме того, уровни В6 в Marmite не особенно высоки.